Приветствую вас, друзья, подписчики, зрители канала. Сегодня получил посылочку от группы «Начинающий копатель», от Вадима. Вот здесь такая вот марка, большая берлинская операция. Нужно будет аккуратно отклеить. Сейчас мы ее откроем и посмотрим, что внутри. Внутри вот такая вот коробочка Xperia Sony. Вся замотана скотчем. Вадим серьезно упаковал. Вскрываем дальше. Ну вот внутри коробочки две вот таких петлички замечательных. Дальше две пуговки времен СССР со звездой и с серпом и молотом. Фактически новенькие. Дальше вот таких две штучки. Без понятия, что это. Что-то похоже на запонки. Одна что-то написано US Army. Десаблер и шарги. Полный заряд. А это похоже на нагородную планочку, но маленькая. Ну, разберемся. Дальше две наградных планочки. Одна вот такая. Довольно симпатичная, с тремя звездочками. И вот такая, тоже симпатюлька. Далее погоны. Вот такая пара. Вещь в коллекцию, то что надо. Есть у меня тоже погоны. Дальше вот такая пара погон. Я так понимаю, капитанские. Дальше вот такой шеврончик. Замечательный. У меня такого нет в коллекции. Красота, якорь шикарный. Дальше вот такой шеврон. Федеральная служба безопасности. Это неаккуратно, я его тут немножко подрезал, но это все уберется. Замечательная вышивка. Классный экземпляр. Петличка. Ну и приз, который я выиграл в группе, это чешуйка, ну в пленке что-то, фокусировка не очень хорошая. Сейчас распечатаем, попробуем сфокусировать. Вот такой замечательный всадник. Так. Вот. И с обратной стороны. Наверное, вот так. Так, ну прочитать пока сложно. Но разберемся, чья это чешуйка и какого периода. Вот такие замечательные призы. Огромная благодарность Вадиму за такой прекрасный бонус к призу. Вот коллекция шевронов пополняется. К
Когда-нибудь, когда закончу делать обзоры монет, перейдем к коллекции шевронов. Будет довольно интересно. Я так думаю. Всем спасибо за просмотр и до следующих обзоров. Всем удачи!